Привет, с вами Дин-Дин. Каждый год 18 мая Международный день музеев у любого человека есть возможность приобщиться к истории и культуре. Я еще помню, когда я жила в Москве, каждый год именно 18 мая к вечеру во все московские музеи всегда были большие очереди. Но я была очень рада ждать и почувствовать эту атмосферу. Думаю, именно в России я по-настоящему увлеклась разными музеями. От Московского Кремля до Эрмитажа, от Третьяковки до Петергофа, от Сергиева Посада до Кижи. Но сколько всего российских музеев я посетила, точно я не помню. Но я хорошо знаю, что именно музеи дают мне очень многое. В общем, музей помогает нам соединять прошлое и будущее через настоящее и позволяет обогатить личность человека духовным наследием прошлого, так как это является одним из назначений музея. Дорогие друзья, в заключение я бы хотела с вами поделиться фотографиями, которые я сняла в музее Гугу. Мы привычно называем его запретный город. Это бывший императорский дворец династии Мин и Цин. Между прочим, в прошлом году ему исполнилось 600 лет.